семена фасоли континдер высевают в открытый грунт во второй половине мая, начале июня. Место выбирают песчаной или суглинистой почвой. Между рассадой фасоли континдер должна быть расстояние до 15 см, чтобы растение хорошо росло. Уход заключается в постоянном поливе и прополке. Урожай можно собирать на 45-50 день после появления первых всходов. Сбор семян фасоли континдер осуществляется на 70-75 день. Стручки в длину достигают до 20 см. С 1 квадратного метра можно собрать до 1,8 кг. Урожай можно использовать в приготовлении пищи и консервации целиком, так как стручки довольно мясистые и не имеют грубых волокон. Фасоль континдера — это травянистый высотой 45-50 см. Фасоль континдер имеет ультраранний спелый срок созревания. Урожайность фасоли континдер составляет 0,8-1,8 кг. Форма у плода овальная. Цвет плода зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.